Немного будем море по штормилам. Мы на Любимском пляже. Сегодня воскресенье, 22 апреля. Вот море по штормилам. Видите, как она приблизила пляж хорошо. Шикарный пляж. Осталось мусор только убрать и все. А что же с речкой? Сейчас посмотрим, что же с речкой. Речка Бюльбек. Вот такое русло у нее стало. Потому что дождей в горах не было. Ну, можно сказать, можно... Ну, не глубже, чем по колено, наверное. Можно речку перейти. Вот во время шторма, видно, перекрывала речку. И она попыталась куда-то свои воды сбросить. И как всегда начинается та же старая история, та же песня, которая с осени 16-го года. Видите, речка опять пытается пойти вдоль берега. Вот оно. Если посмотрите старые ролики мои, группа «Гарнизон Бюльбек», Любимовка, там больше 200 роликов касаемо речки. И она уходила туда, вот аж под самую эту скалу. Все вдоль берега по пляжу. Что-то с ней делать надо. Народ купается вовсю. Вот такое чудо принесло с реки сюда. Центральный вход на пляж Любимовка. Сейчас безветренно, тепло, градусов, наверное, 18-20.